Есть ли доступная среда для инвалидов России? Сегодня в Улан-Удэ члены общества молодых инвалидов ГРЛ и гости из регионов России встретились за круглым столом, чтобы обсудить проблему людей с ограниченными возможностями. Почетным гостем стала победительница всемирного известного конкурса красоты для женщин-инвалидов «Вертикаль» Ксения Безуглова, которая приехала к нам из Владивостока. Цель мы ставим в том, чтобы наши дружеские отношения укреплялись и чтобы они еще раз показали, что у нас в Бурятии доступность на хорошем уровне. Вот этого мы добиваемся. Впервые так далеко уехали из Москвы, из наших краев. И очень хотим посмотреть, как живут люди в Бурятии. Очень хотим посмотреть вашу замечательную природу, Байкал. Ну и как здесь живут активные инвалиды. То, что мы успели увидеть, у вас доступная среда для инвалидов создается. Однако, по словам улан-удэнских инвалидов, в нашем городе есть нерешенные вопросы. Так, например, существует проблема парковок для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что почти у каждого торгового центра они имеются, большинство автомобилистов игнорируют знаки и занимают места, предназначенные для колясочников.